что мы не можем быстро проходить, потому что, блядь, хуй понять, почему. Ну, что? Либо все проходим, выбиваем с первого пола надолго, все голосы, либо, блядь, 17 часов с ним молчазали. Так, все, понимаете, дезморалится быстро, поставьте рыбу, кто там упал. Идеально, покушай. Стань сильнее. Давай, за Орду. Сейчас дверь открою, сестра пришла, одну секунду. О, она нормально играет? Хоть ДПСить начнешь. Ты мне сюда за него сядет поиграть? Ну, я плохо. Тут... Рядом стоишь, да, пока сестра играет? Давайте, да? собрались. Просто, ну, не делаем глупых ошибок. Какая разница, кто лицом по клаве будет кататься, я или сестра? А может, не лицом? А ты слышишь, Дон, ты его сюда, вот в угол таунти, и поворачивай. Там же им быстрее будет бежать в этот миликом, чтобы ДПС не терять. Да-да-да. Ой, просто лев. Давайте мне возьмёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Что тикает? Короче, хуйня, можно не диспейлить, да? Да, ну, желательно диспейлить. Ну, так у меня парирование. А так, 400. Бля, что с големом слева? Посмотри, чего вот тут палят. Ну, что-то он ебанулся, блядь. Нормально, он на рейве просто. На Казантипе. Можно подбегать в конец каста, если у тебя фул хп в лицо босса, и он тебя в стену кинет. И ты сразу вернешься до поездить. Чтобы не отлегать. Тут сейчас так и делали. Ну вот, сейчас там подлетел в РДД, я зону решил пристроиться, экзорцизм лить. А, милики осторожно. А, переводи чуть-чуть правее. Придется вам отбегать в РДД, мили. Маша, включи, пожалуйста. Нормально далеко улетает. Бля, их всех, короче, колбасит. Это типа знак, что мы должны сейчас убивать. Нахуй на пул отдаю. Согласен. У меня на 700 тысяч грамм больше, чем другого места. Это 3 кхд проебал, бля, пустую, что там, блядь, затроил. Ой, прям в нас летит. Пиздец. Что я затроился, да? Стеночки уложил. Ну, переведите зоркому, зоркому обходите. Берит нет. А, идеально, сейчас только назад отбеги сразу. Все РДД назад отбеги чуть. А, все нормально. Все отвел. Я вообще ничего не вижу отсюда, говори. Так, буду говорить, да, я повернул в камеру. Рыбав не Тибара.
Летит как-то плохо. Хотя не, нормально стоим. Скоро должна пропасть первая, которая в мире упала. А уже пропала. Давайте, наверное, может Геру сейчас дадим после кольца. Да. Все, Гера может. Сейчас, по-моему, ХП не режется, так что можете вперед пробегать, только внимательно смотрите. РД пробегаем, РД влево перебегаем. Влево. Вот туда, где стоял босс изначально. Вот сюда, здесь урон не лутается. Вот все, вот так. Как-то опять хуёво летит, не, нормально. Играем по боссу. Если чё, Дон, бежишь на наше место, если вас вдруг прилетит, а мы отходим назад. Нормально. Нормально. Корнес, огонь поставь на всякий случай, сейчас если что под этим добьем. Под мастером. Так, в миле летит. Осторожно. 10 тысяч просто добиваем. Все нормально, убили. Да раз, блять. Согласен. Идеальный, ты будешь брать себе эти 4? Маленький, нахуй не должен. Все. Шахматы пойдем? Не уважаю, респект. Пойдем. Кстати, шахматы, да, у нас куча времени. Сейчас шахматы и этот. И... Ботинки. Слышишь, Дон? Что? Шахматы, я ботинки эти не уважаю. Я сейчас не надо. Не, вот, мне не нравится. Мне ботинки больше 9 нравятся. Типа ты теряешь 40, а хотя бы, блядь, 42 крита. Очень много ловкости. Так они столько же ровно, сколько и в этом. Сколько и в ботинках таких. Очень много. В 39-х столько же ловкости, по-моему. 89 ловкости в этом, но один сакет. Запоминаем. А в ботинках, которые с 39-й, в них два сакета, но 69 ловкости. Единственное, что ты приобретаешь, это... 63 РПБ ты меняешь на... Точнее, 43 крита ты меняешь на 69 РПБ. Ты выигрываешь по статам. Не знаю. Не до слова. Чё, разъебу, а? Я в короля сяду просто. Передвиньте пешечку перед королем вперед. Я просто хочу посмотреть сейчас на ботинки. Давайте, я в кудесника уже готов садиться, расколдовывать. Ну давайте, чё. Только сразу же сядем, я скажу, когда я залезу. Да, мы пойдем, на оперу пойдем еще. Зоркий, дядя, Зоркий. А, я иду, я курить. Иди быстрее. Осталась хуйня, ик еще, блядь. Еще Оню ульдар на фул пронесем. Зоурки, быстрее, Зоурки. На нитроускорителях беги. Не поверишь. Давай, делай дон красоту. Что, запрыгивай? Давай, Геру уже. Давай, Геру, дай. Я не то нажал. Понятно, да все уже, блядь, затунелил вот так. Вагон. Геру не забывай, давай, пока да. Пешечка из лужи выйдет. Ой, как хорошо. Ой, вообще очень хорошо.
Проводите священника. Где второй священник? Донт, за меня встань, а священники вперед продвигайтесь. И давайте всякие типа фигуры, типа коней, хуйней, типа туда. Пешки надо сначала двигать. А пешки продвинуты нормально. Я не могу сейчас встать. Я священником. А нет, нет, могу, могу. Ты колдуй этот колдунство, Донт, не забывай. Геро. Что ты даешь? 3 секунды КД. Зачем ты даешь, ты урон не наносишь? Я попытался. А-а-а, понял. Я, короче, священником только до пешки до их достаю. Так ты должен в этого... Да, видишь, он у тебя сквозь всех проходит. Ну, а урон проходит только по, блядь, по пертешке. Он же прям убьет тебя. Хили этого, подхиливай ближайшего этого. Я же кухи. Так, проходи вперед, слышишь, Донт? Проходи вперед, Донт, 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 проходи вперед. Да я пытаюсь, пытаюсь, пытаюсь. Косячишь. Блять, кудесник как-то, блять, неудачно он это. Стой, стой на месте, ничего не делай. Я сейчас вернусь туда. Ну, пехотинцы в жопе надо, коня. Надо просто коня поставить туда просто. Лицом закрыл тебя, видел? На ходу просто. Пешечка умерла. Бля, он затрахал кидать эту херню. Ой, там Лангрис вообще новый делает. До скорой встречи. Да, да, элементарно, сейчас туда зайду. Да, проходи, там сейчас зелень пропадет, иди туда. Бля, он меня накастовывает тупо. Тварь. Конь, кстати, ты можешь... А, не можешь. Конь может почти подойти. У Орды, конечно, намного проще. У них заходит этот демон, который в углу стоит. И так надамаживаешь, что просто хилеешь. Какая разница? Это то же самое, что элементаль. Не, нет, у них разные спылы совсем идут. Ой-ой-ой. Я в бок отойду. А, все, нормально, нормально. А Карнес у нас здесь? Он не в этом, не в кукле, не важный. Карнес, а ну-ка, сделай в этом бабле аллилуйя по священнику Изуки. Типа бабл прожимаешь и хулилайтить начинаешь по КД в него. Он тут или не тут? А, Карнес АФК, что понятно. Вот кого мы выгоним. Карнеса, но он босс АФК. Войт-то у нас в чем сидит? В коне. Войт, выпрыгни, сдай бабл и холи лайтни из ука метку. Я могу поставить метку. Ну, поставь. Передний, передний, который, да, вот крестик. Бабл нажимаешь и холи лайт, эти, возложение рук. Всю хуйню. И все, и назад, да, запрыгивай. Кто моего коня занял, блядь? Я его спиздили, блядь, пока бабл давал. Художественный фильм. Цыганин, блядь, какой-то. Ненавижу, блядь, цыган. Нахуй я тебе дом на колесах, если у него, блядь, нет колес? Неплохо. Карнет. Пизду отсюда, пока можешь ходить. Никто тебе ничего не сделает, пока ты сам не нарвешься. Карнес, Карнес, Карнес. Мне нравится у них демон. Надо пересмотреть большой куш. Да, здравая тема. Но я-то его больше 10 раз смотрел. Можете посмотреть 99 франков, но он такой, он душноватый на самом деле.
Ну, типа, не все такое любят, но он очень четкий. Он типа как... Так область силы какой-то. Заводи коня туда и хуярь короля. У меня 12 кхп. Да и похуй. Сдохнет. Король бьет по 18. Вот, другой конь. Ну, бля, они больно бьют, я дойду. Сорян, Андон. Ну, типа, тебе умирать. Как кони ебанулись, бля. Че, вы разобьете его сегодня, нет? Да, там... 1700, 18 тысяч. А чё хуярит наш крестик, блядь? Он хуярит насквозь, он через два танки там играет. Кудесника просто два моба и башит. Один достает, а второй не может перекинуть через клетку. Так ты отступи куда-то за короля, что ли, блядь? Я понял. Да я не про того, я про священника что-то думал. Конь сдох, нахуй. Всё, короля пешка и башит. Я буду комментировать, блядь. И тут накалилась нешуточная страсть. Ты можешь, кстати, знаешь, что сделать? Идеальным может выйти. Ты можешь дать ему этот боб, и он в бобе может хилить. Так, идеально ты вышел, да? Я смотрю, ну, сейчас дам тебе боб. Кого хилить? Священника? Да, священника, кудесника, что за потой. Готов, давай. Да. Да. Шапочный рядом с тобой слева. Ай, разъебывай. О, конем его, конем нахуй. Конь в яд стал, да и похуй. Но такого никто не ожидал. Получается. Домашняя дебютная заготовка. От Альянса. От гроссмейстера Невера, блядь. Блокировочка произошла. Блокировочка, блядь. Я иду бить лицо в боссу. Я все сдохну, блядь. Король просто пасть. Я, по-моему, съебывался, но это не точно еще. Смотри, в лицо все просто луплю босса. Лоу хп, смотри, на лоу хп, на изичах, на, все. В лицо ему дал понюхать. Ой-ой-ой, щит соска просто. Ну, о, я хочу такой, да? Или не хочу? Карнес тебе не надо? Спирай, карнес вряд ли надо. Скритом пищит. Да, но он очень стильный на вид, он... У меня какой-то чуть-чуть. 19-й, блядь, тоже скрит, с хостой, по-моему, с МПП. Хоста. Хули эти 40 хосты, нахуй, лучше такой щит возьму, с дыркой, блядь. Все, давайте, полетели на уп. На первый этаж. На оперу. Карниз на оперу. Надо на оперу? Да. Ну, оно надо это забрать. А где портал? Дефон. Не знаю, я попишу к Молчезару. Ну, я тоже. Карнес, надо тебе этот щит ебаный? Я тоже хочу такой. Да, да, нужен. А, хуёво. А у тебя какой стоит? Он еще и на транс хорош, который я хочу взять за 8 медалей. Ну, этих баджей. Не, я имею в виду в хэпале носить. Это хочу одеть его. Я понимаю, но тут сокет есть, поэтому я возьму его пока. Ладно. Блять, куда-то мы прибежали, хуй знает куда. Портал того. Не знаю, я портал сделал, ТП сделал, все сделал. Don't Cry Doodle не туда сделал. Главный холл делает ТП. Вот это. Слабо бежать. Может и нет. Может и нет. Может надо оттуда не было ближе бежать. Чё, бабу? Чё, когда-нибудь, да. Не, оперу. Но ой, какую оперу? Да. Театр, короче. Оперный театр. Чё с кисоньки падает? Хотя нет, пизду, кисонька заебала. Не вариант. Да, чек, то вдруг мне чё надо. Я сюда помню, почему ходил. Я сюда Энхом ходил.
Здесь было очень много всего сочного. А шея здесь пока с дыркой с мастерством на танка. Сочненькая такая. Там ебать это ты, кстати, охуевшая. Я упал, там, я упал. Я все согрел. И перчи я? Там. Подожди, а кто у нас здесь танчит? Объясните мне, пожалуйста. Уже никто. Тут уже никто, да. Ой. Короче, там охуенные перчи и охуенная шея, блядь. Так что надо деву захуярить. А как вы сдохли, блядь? А так, взяли, умерли. Не отлетелось это совершенство. Я хотел сделать кофеечка. Блядь, ну лук стильный, конечно, пиздец, пиздец. Не зря косарь заплатил, бля. Блядь, нужно вульдуары. Двух боссов попробовать убить, чтобы полутать плечи, которые я продал. В силу ненадобности. И штаны надо выбить. Да блядь, это ж ужас. Блядь, зачем вы такие извращения делаем? Мы не можем левый пак убить? Зачем? Понял. Чтобы меня сейчас чисто не грипнули, опять так же. Давай я сделаю, да знаешь, чё? Он моб ебаный, надо его захуярить. Локейся, то сак лежит. Я падаю, ФД, лови. Что ты делаешь, ну лови. Корнец обуглый. В итоге оглушение все равно в меня. Ладно. Я предлагаю сделать что-нибудь сильное, дайте контроль. Вот тебе и моб пришел. Дон, тут твоя лень погубит нас. Толстые все. Лень твоя нас погубит. Поставь метку. Что мы все подряд делаем? Привезет пак еще целый. Ну бля, на мне моб вести, что ты думал, блядь, бить не могу. Да, я встану. У всех жизнь тяжелая. Слушай, Дон, мне не разрешаешь на пеньках ходить, а своих вагонов сюда водишь. Понятно. Как ты? Я вообще-то 10-29. Вагон. Ну, это да, это есть, это ничего не изменилось. 198 ШП, он больше импакта даст. Хотя бы дело между ними, 199 уже, по-моему. Да. Что там, и Квилл майнишь? Что еще раз? Ничего, я устал. Там дипапами собирают. Я прихожу, там типов 220-х передамаживаю постоянно, потому что они раки, да и кнопки нажимать не умеют. Типа там всякие ханты с мастерством, блядь, бегают. Ой, блядь, что, блядь. Как-нибудь зайди в пугарейд, не в нормальный пугарейд, а вот прям в такое прям пугарейдище. Посмотри, как люди живут. Пожалуй, не стану. Зря. Ну разные же люди есть. Есть кто-то, кто первый раз играет типа в игру. Не спорю. Был один пес, короче, какой-то, с которым я ходил. Он был со мной в рейде, со Скай и с Пирексом. А он мне такой говорит, ну я говорю, типа, блядь, ты можешь, блядь, ну, типа изначально, ты можешь, типа, сидеть в машине или нет? Да я на всех машинах могу сидеть, все нормально. Я такой, вообще не вопрос, ну, замечательно, ну вот, ну и короче, первый пул мы умираем, второй пул, смотрю, у меня 5 стаков, уже 10 стаков, а у него там что-то в районе 4 или 5, я такой, ты настакать можешь, говорит, да слушай, что ты меня тактики будешь учить, бля, ребенок, бля, я тут, блядь, ты, блядь, уже все показал, тем, ты это пидорас, таких людей называют, уёбок. Да, это... Да, и самое что смешное, он выдает на 30% меньше урона, чем я.
на выходе. Я говорю, что с лицом? Ну и все, и короче, я там взял, типа, я добавил, и просто такой, типа, на роботе плакает, типа, не играет по сферам на Элеме, и дает 4000. Я такой, в 200 там с хуй-то чем-то гич. Ну, блядь. Короче, ты привел пример тролля или уебка какого-то, да? Вам пизда, нахуй, вам не пизда, я ФД упал. А чё с собакой, нахуй, чё, блядь, колдоёбит? Мразь. Я отпустил своего парня. Только что. Ты в прошлый раз привел пачку. Он ну, как-то, знаешь, он как-то колдырит его на этом, на уголку. Кстати, у меня сейчас телефон, по-моему, отвечает, да? Он не отвечает. Ай. Эй, вы что здесь деретесь за меня? Кара, она какая-то зажатая, блядь. Бегаешь по углам, блядь. По сусекам, блядь. Ну, в смысле? Типа, все концептуально. Внизу, типа, паркинг для этих, типа, встречают гостей. Мороз дворецкий, типа, go хайпить. А Дива это просто какая-то оборонительная система, не помню. Но вот и просили. А дальше, Вась, смотритель такой, вы дальше не пойдете, слишком много секретиков. А тут выясняется, тут, блядь, жмыхи в шкафу прячутся, блядь. Батяня, блядь, напился, блядь, косты раздает, блядь. Потом, блядь, дракончика ёбнул, а дальше там все оказывается как по накатанной, блядь, все теория большого заговора. Там, блядь, демоны, блядь, на крыше тусят. Англосакс. Ну, что? Англосакс. Ну да, да. Ну, я же говорю, тут концептуальненько. Вот этот, блядь, посмотри на этого актера с маской орка. Он же стильный. Оправдал, да? Ну, Каражан... Не, Каражан секс, вы чё? Ну, блин, если вот в нем быть на открытии, в оригинале, тогда да. А здесь, не знаю. Ну, он просто скучный, потому что больше 6000 раз здесь потестили, попробовали. Очень будет в инсте. В Гере, наверное, поинтереснее, да? Не, ну Гера, потому что она, типа, да. А, вообще, типа, он вообще все вот эти инсты, даже там учитывая классику, которая была вот эта вот WoW Classic, это все на самом деле не то, потому что люди уже типа немножко по другим механикам играют, и разыгранность немножко другая, и типа уже к ММО очень сильно привыкли. В актуале это прям был очень потный инст, даже для вот таких так. Типа, ну из-за того, что просто банально вы ничего не знаете. Там тот же самый огненный недра, там, блядь, тактика, блядь, бей красная, блядь, хиль зеленая. Там, может быть, отбеги от лужицы от какой-то. И типа, и там, ты чё, вот это, конечно, были адовые испытания. Там, собирали файр-резист, ходили, ой, я как вспомнишь, ужас. А сейчас что-то, блядь, вышел этот классик, блядь, даже его никто не почувствовал, блядь. Так звук, и еще ты бери тогда компы, какие были обоссаны, и сейчас какие компы, блядь. Да нет, даже дело не в этом. Сосок внизу бежит. Ой-ой-ой. Как хули он бежит? Ставь шкаф быстрее, ставь шкаф, присумонится. Бежит. Неплохо. А хули он-то бегает? Там держит нормально все. Мы можем выбежать, кстати. А он заявится? Ну, по идее, да. Давайте тогда попробуем. Если там стоячий, он просто не будет это. Ну вот он бежит, блядь. Прибежал. Все в проходе стоим, если что, чтобы вернуться. Ой, успели. Отлично. Про кого там сказка, блядь? Про царя Султана. Знаешь такое? Лишь бы не красная шапочка. Да, я хотел начать себе ружье, но я уже... По-моему, ведьма ебаная.
Я хочу шапку на трансмотре. Это нужно. Да, про это, про ведьму. А нет, глянь, странно. Страна ос. Угу. Ну, кстати, он босс топорик. Чё за хуйня, не пойси. Все туннелят одного, тем не менее трэш появляется. Попробуй держать агро. Оглушение. А кого-то из них контролить надо, нет? Кого? А, Бобеса. Один Бобес играешь. А, я же играл в него один. А что, ты же крест или чей? А, я же... Ну, ладно, пойдет, не важно. Ну, да, гля, его, блядь, один что ли бы подамажил, блядь, как вы этого? Черепочек? Ну, ты что, не сильный разве? Сильный, да, сильный. Ну, гля, как со мной ДПС поднялся, просто король, бля. Зена королева воинов просто. Люси Лоулис. Все, можно, короче, этот лупить в соло цель. А паладина там крутят, блядь, будет, худеет. Давайте, падай, топор, короче, больше в горожан не ходит. Блядь, после этих гусей еще и ведьму бить? Да. Да это самый ПКшный этот ивент. Типа Ромео и Джульетта это тут посложнее, типа нам нужно их вовремя еще убить. Типа там целая тактика. Ну ладно, хорошо, у меня ОПшки есть. Все, заебись, конечно, но как съебаться отсюда? Что делать? Что делать? Сейчас он выйдет, сейчас он выйдет оттуда. Оба, не води его, не води, зачем? От торнадо. Торнадо. Господа кастеры, кто там? А, это бес. О, все, прыгайте, прыгайте, ребят, прыгайте.
что, ты идешь? Да, отводи дальше. Босс, это да, возле вас там вихрь крутится. Посмотрим за собой. Еще, еще. Бля, кофейка надо выпить, что-то залипаю уже. Сколько командировки, блядь, они все-таки истощают. Понедельник опять везде. Что? Ачивонька! Штаны охуенные. Бля! Бля, шапка вообще топчик. Штаны, ну, штаны классные, согласен. Три сокета, 124 СПД-шки. Mm-hmm. Не, посмотри, какие стильные по расцветке. Джубабу и Башу? Ой, голова-то какая приятная. Посмотри, да, на трансмутку. Да, я же говорю, вообще секс просто. О, бля, не хочу так, умирать. Налево, 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 налево. Пойдем налево, это отсюда. Полетели. Испытание крестоносца. Он же кофе будет сделать. Че, бабочку не будем добить? Ой. Я успел отменить. Ну, присуньте меня тогда. Пойдем сдохнем, вначале инста зайдем. Там трэш перед ней, она тебе нужна. Ну там чё там, блядь, этот. Что-то я смотрел. Короче, шея на танка там, 32-я с дыркой, с мастерством. И перч. Ты же ретрик. Так у меня все три спека. Вот эта шапка, что выпала, да? Нет, давай без, давай без спеков. Ну, типа, ну, это тяжко сейчас. Я улетел уже, я уже все соки достигли в Т4. Все, жизнь хороша. Ну, похуй, у меня шея другая. Давай, потом. Ну, чё, давайте тогда. Ну, в испытание крестоносца летим. Если не ренегаты есть, типа, смунёте там на испытание. То я в Долоран не могу, хотя, бля, я оттуда могу долететь.